Итак, мы в Одессе, на привокзальной площади. Сегодня мы исполним роль туристов. Правда, туристами мы будем несколько наивными, можно даже сказать авантюрными. Маршрут мы заранее не продумали, поэтому по ходу будем импровизировать. Где, чем и с кем мы сегодня закончим, я тоже не знаю. Поехали. А что-то я не пойму. Мы на базаре или в подземном переходе? Согласно нашей легенде, мы первый день в Одессе. Свои вещи мы оставили в камере хранения на ЖД вокзале, поэтому сегодня мы можем хоть целый день гулять и смотреть достопримечательности. И куда идти, совсем непонятно, надо у кого-то спросить. Нам еще нужно где-нибудь недорого покушать и поселиться. Молодой человек, здравствуйте. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы просто не местные, мы из Бобруйска, из Беларуси. Мы туристы, и мы пытаемся выяснить, куда можно сходить в Одессе и где море. Море? В какой стороне? В той стороне моря. Вы не подскажете, где можно у вас драников покушать? Драников? Я не слышала такого. Шаурма грузинская, пожалуйста. А белорусского нету, а я была в Беларуси, очень понравилось. Сейчас закрытие сезона произошло, а с 1 сентября пойдет полностью вся программа и филармоническая, и остальная. Когда театр в отпуске, морвокзал все равно работает. Давай тут сфотографируемся, давай. Ты же улыбаешься, когда мы фотографируем? Эй, отдайте нам камеру. Дайте микрофон, пожалуйста. Нам сказали, в Белоруссию без камеры не возвращайтесь. Хорошо. Вы понимаете, да? Вот это стресс. Если бы мы там, в переходе, возле ЖД вокзала, сразу купили бы по шапочке себе, во-первых, мы бы выглядели как одесситы уже давно, а во-вторых, нам бы сейчас не было так жарко. Ты был когда-то в море? И я не был. Прогулка стоит 70 гривен с человека. Такси. Такси. А вы в гостиницу нас не отвезете? Мы просто не местные. Вот, не знаю. В центре? А сколько? Полтинник. О, отель Центральный. Наконец-то мы добрались до конечной точки нашего маршрута. Сразу после этого мы бы отправились кушать драники. Но нам пора выходить из образа и монтировать все, что мы наснимали. Правда, это останется за кадром. Вадим Шпаченко, Сергей Самойлов, Новая Одесса.